сделал. Если он не слухает. Так, чудо, и ничего. Все, да? Каски, да, каски, пристабав, вот. Так, стоп. Я в Cobra Speaker. Ну ты не этот, не МТ, так что чё ты тут стоп? Ну ладно. А, она еще антифир. О, блядь, мне прикинь, я бог. Всё, она ППшник тикает себе вообще. Ааа, пиздец, еще поэтому. Короче, вот, Карпал нормально дамаг. Так, а, да, Карпал 200 с фигом. Да, ну там шмак. Ты потрачу, смотришь, нормально ли он дамажит, что ли? Я вижу, чем он бьет просто вот это все. Да. На что по. А, вот на вот это. Пусти. Так, дисплей, значит. А, у меня даже мозг дисплей не есть, там, прикинь. Дай спекнуть, пожалуйста. Ну бля. Нажимаешь ванишь и спекаешься, либо выходишь и. Все, я смогла. Я не отхилил паладина. Слишком сильно ворвался. Ну так он не там. Обычно бабам надо жать и врываться, если хочешь вырываться. А он что, два хила идет, что ли? Конечно. Зачем? Потому что я охуенный лице. А, ну это все решает. Как дурацкий. Не-не-не. Вообще не решает. Там насчет 55 кпс. Уже 60 с лишним было. Ну и че ты на трэше этот не так? Ну только это ж хорошо, что на трэше много будет. Да на трэше я тебе дам нормально тоже ДПС. Че тут паладина выкинь давать типа? И кто это иссушение в два моба кастует? Ну же я такой, а? Это ты? Нет, я ДЦ. Кто тебя хилит? О, иссушение в два моба тикает. Это же тупо по одному мобу идет дамаг. Надо тебе этот гимноману пропеть. Ты хочешь на Шреддера напасть опять? Пойдешь на него. Ооо! Хилять, паладина, хилять! Квестку на себя пошел. Must dispel. Конус холода покинуть тело. Да нет, там уже пошли это. Столп огня покинуть тело. Так, что надо чуть подальше. Так, МПС, наверное, Джованни там МПС, наверное. На мне давать. Да это не, не вариант. Я критую. Ёптай, волки нахуй. Аж пипец. Бля, на другие тоже шестая ката, ёпаль нам, братан. Мне охота, поставил. Мне, блядь, сделать квесты на охоту и будет заебись. У меня будет сразу, блядь, четвёртая ката, и можно идти в гетто, нахуй. Пойду я на своего топового приста, блядь. Там лужу разлить, слышишь, Вольт? Хуюжу. Я что, похож на класс, который лужи разливает? Яма, говорю, могу лужу разлить. Да не надо. Ты этот можешь попробовать этим. А, кстати, я не пробовал. Подойди, попробуй этот похуярить. Может, покатить. Может, покатить его. Не, да я думал, ну, да, я... Видишь, топ пламя. Паладин вздыхает. Пусть щиток на себя вешает, паладин. Вешает щиток и врывает. Поглощает 500 урона. Нормальная тема. Я так всегда делаю. Пиздец. Ну, я сажаюсь по мане. У-у-у. Ну это надо еще хилить, да? Ничего, где отсюда прям можно ходить. Батоны ты что, не набрал? Вот я батоны еще набрал, раз. Набирайте батоны. Да я набрал батоны. Мои батоны. Они же булки.
Ебать. Стоишь, чубик, ты на кого пасту давишь, блядь? Гифки, блядь, сам без маны. Жри давай. Игра за мишку, чарж покинуть тело. Не, мишка на самом деле бессмертная машина, не убийство. Не, хорош, чё. А у тебя чё, нету перчей, ни, те, ни башки, ни перчи? А, у меня вон башка, башка есть. Груда бисовая. Т9, две штуки, перчи, штаны. Да тут заебись, медведь. Я готов. Так, на пул. А, чё, я РФ, да? Ну давайте, глянь. На! О! Вот. Почти пятый кап сделал, ёпта. Отошли джалы. По лошадке играем еще. Агро, агро. Диспел, диспел. Дамаг, дамаг и хил. Диспел, диспел, бля. В бане держите этого суку. В бане держите, в бане держи, родной. Давай не обосремся, пацаны. Все, говорит, упали, проебали момент, блядь. Блядь, пизду, танчи заебал. Ну, блядь, он агрос тебя взрывает, ну чё как. Блядь, как рага будет генериться, если меня никто не бьет? Мне хуярить надо, блядь. Дай салю по себе, или боб по себе дай. Нихуя, нихуя, варсом. Чё, новый танк? Чё? Чё, проклятие, только я могу, да? Больше никто не может. Я друид могу. Не хочет диспелить. Друид, который мертило. Диспель проклятие за рейдер. Ого, не умер. Так, чё там, наручи. Это говно. Да. Скажи, босс до токена будет. Мороз и этот погибет или что? Смотрите, смотрите, в чем проблема, медведь? Да? Ты вот Гиси проблемный ты наш. Алло, нахуй. Не знаю, ладно, Гиси, не в Гиси, он, ну короче, где трэш. Ёбана в рот, пишет, в чем проблема, медведь? В башке в твоей тупой. Где? В чем проблема, медведь, да? Медведь. Ну типа я хуёвый. Он ушёл, да? Чё-то у меня мало хп, блядь, в пистоле. Чтобы посад сделать, что ли? Ой, покидаем тела, тут рядом бежать. Рядом лежать. Лапу пристабав дайте пока, пока он трэш бежит. Так, пикасочку, пожалуйста. Пиздец, дал баф нахуй, половина хп, половина маны нет он нахуй. Угу. Мак тоже поставил столик, блядь, сделал сапфир, все, что убиваешь. Гнев не без, только ДЖ желательно. Да паладина, нет, ты паладина здесь вообще? Паладина нет. А, лутать. Еще наверх можно идти.
Вар 53 кхп пвп, это как, блять? Ну, блять. Гансторг. Да, да, он. Да, ГМА, прошла гильдии. Напиши ему, что он хуйсос от меня, пожалуйста. А, он за Альянс, блять. Я за Орду. За Орду. Потом напиши ему то, что он хуйсос от меня, просто я у него учил. И что у него? Честно. Хуй не стоит, да. Блять, да почему вы в колоннах-то? Вы что, на арене, блядь? Я стою за колонной, как раз прячу, чтобы проходило, блядь. Да, блять, у меня маны нет. Ух, сейчас поет. Ты ее решили, да, взять на этот мобок? ПС по себе. Пошел захиливать. Первый раз. Кто на арене? Тут проклятие висит, интересно. Огонь. Дать пока можно. Так, что, пошли за соском? Чистим комнату одним броском. Ребят. У вас ДЦ еще в другой комнате, вы пошли пулить. Вы чё? Пиздец, ебать, щитки быстро сбивают. Там, господи, не брови. Босс-то не сагрится, у нас половину попадло. Да нормально, что-то он и выйдется. Я бухой. Так, нам гимноман успеть. Ну, видишь, Мидбэй? Ты сам видишь, что нужно гимноман. Гимн ХП. Так у меня мана закончилась, нахуй. Я не про то. Допустим, идет какой-нибудь другой человек в рейд, он, блядь, это не сделает, пока... Сколько таких насирует? Ты в рейде, алло. Ой, как, блядь, после жары заебись пиво выпить, нахуй? Ну что там есть этот хрен, которого надо и выйдеть? Да тут ты чё издеваешься? Нет, ты не выйдешь. Блять. Димон, походу ты заигрался. Я в обычке трэш бью. Ну этот, блять, как его? На лени. Бля. По черепу бей, всё. Уходить надо будет. Как... Мы тебя заменим на мастера. Быстро. Да. Ой, ёпта. Да, скоро. Скоро это когда? Я не знаю, мне типа мама приехала, сказала, сейчас приедет, а мак, сейчас, мне, может быть, и через 3 дня, да. Блять. А, они не теряются.
Блять, главное на РТ успеть сегодня. На РС-ку? Ну, охоту я бы тоже сделал. Ёпта, вон с четкими пацанами придешь. Сделаешь. Они рей дает. Я с пауками боюсь делать охоту, потому что я там как-то закрыла только в груле и сидела чисто неделю без магии. Ой, успокойся, маги соло собирают. Ребят, на банку на ману выпить. О, а откуда у меня мана? Мне залили ману, охуеть. Мангуст нужен. О, так, на МП5 нахуй не сбилось. Че, ты его 50 хп не спасает вообще ни разу, блядь. Кого? Да, успокойся. Да, этого ПВПшера, блядь. Так, а у него 50 хп, когда его раздамаживают? Нет, нет, он не прокал, он армс. Он, у него фула 9. Будет трэш слева, слева вой. Силу 300 минут. Ну, дурачок, чел. Мангуст-то мой? То мангуст, бля. И как Геймон, пидорас, просто конченый. Джованни, Джованни, ты чё, мангуст умеешь? Ты давай, Войд, завязывай нахуй набирать на мои вещи, ёпта, людей. Да, у меня стырили чанты. Да, ну я шучу. Ооо, паладин, нахуй, на тебе, блядь. Чтоб не выебался. Вы запарились так, щиты быстро сниматься, алё. Никогда не понимал, когда, блядь, вы стоите там с одним мобом, дрочитесь с ним. Сука, встаньте в танка. Я хил, так что нет. Ну там какие-то ДДшеры, блядь, отбитые. Сука. Не, кстати, блядь, шаманом были 244. О. Пэску кидать? На. Не знаю. Может кидать локу? Да, пофигу. Там он десятка считает. Хочу посмотреть, как ПС-ка будет делать. Десятку? Попробуй ему покидать. На босс? На босс, да. Че это? Ну, кидай-ка на. Шуман, тахи, пожалуйста. Так, 2, 3, 4. Ну так. У меня только 2-9. 1-10. 1-4. Ну, билд более ну, не знаю. Ну, более-менее, но... Посмотрел фильм вчера, который Дурский советовал. Блять. Какой? Загадочное убийство. Кто-кто? Загадочное убийство. Обычно звезды рукават. Устроили. Может РДД отойдут на дистанцию, не? Сказать же, блядь. Стоять в танке. Хорош. Блять, шаман, поставь тотем, у меня нету нахуй маны. Есть здесь? Что-то часто дохнет этот вар, блядь. Шаман, живи. Чаплю ему. Да какой нахуй. Пойду, блять, во, все, заебись. Шаман, на поездку. Ну, маг упал, чуть не упали, блядь. Понятно, нельзя падать. Гимномаг. Без
пиздец, у меня гимны на маны на хп уходят, блин, почти по КД. На пэта, пьёв его идти. Надо было пэта, а потом гимн на ману читать. Пьёв его. Ночная лестница. О, мне фума. Там что-то 10 аликов гонятся за одним, блин, ретриком, но не могут его убить, нахер. Да, мне вот так стоит. О. Так, надо. А, помогите. Я бежал. Так нахуй ты так близко стоишь? Бонус холода, кольцо, да. Этих вообще лучше не надо нахуй стоять близко, ребят. Вы чё? Потому что вешается на вас магический минус урон, блядь, и физический минус урон. Вот лучше постоять 10 секунд, потом подамажить. Вот, а вы дохнете и бегаете. Вот хотите бегать, бегайте. Хотя дохуя вопросов, ёпта мать. Ну... Спорт это жизнь. Вот будет этот... Т4-4 куска, что там вешается, вся эта параша будет на трэш, вообще будет нормально. Ну и как бы гир побольше. Ну да, понятно дело. Не, ну и так нормально, просто вы вот всекаете, не думаете. Чё, отпиваете ману? Подарите мне ноль. Дайте мне 30, пожалуйста. Да и рогу у нас какой-то не напуливает никогда. Напуливаешь хоть, нет? Да. Как, а у кого шатон-то стоит, то что все, бля, это хуйня? У тебя же стоит аддон, ёпта, пусть в рейд нахуй хуярит, чё она делает? Не, фаталити вроде не должен писать. Напуливается так, значит, кидаются на меня хитрости, и хуярится этот дон, веер клинков, и всё, и все могут... Да не ушили. Да. Шквал, череда убийств, нахуй, и веер клинков, все заебись. Так, лок, давай, лок, дымаш. А, блядь, надо стоять бронжи, ёпта, еще диспылить под всех. Ёп, его идти. Да, давай. О, шаман в дисе. О, шаман, бро. О, паралич. А, пиздец кому-то. Чё за хуйня? Что за покаяние? Надо было ШВД делать, блядь. Шаман, ой, хиляйся! Шаман, выживай. Меркило, дай БР. Да, нормально он встал. У кого-то не включен хилбот, да? Или в этот... Да. Нет, почему хилбот на постой включен? Так, а что, ты не видишь, что он сразу встал? Ну, я начал говорить и увидел, что он... Братан, кину ПС-ку. Сейчас, КД-шу закину. Гимна на маны нет. А чё этот паралич, он моментально или он сбивается? Я не видел. Вот он был каст, видел каст? Ну хули, ДД, блядь, боссами не сбили, блядь. Да, он, скорее всего, не сбивается. Быстрее, надо выставить слово тьмы больно, как в гидре, блять, тьму, и типа буду ШВДшить нахуй. Рэмпейдж на. Так, нет, это сюда, ну пусть F будет. Так, нежный рок, я тебя спасу. Да. Даже похилю. Ребят, одна минута, АФК бью, вообще пойду. Вот так вот, Rail of Akash, это все остальные бьют, бля. Так, ну вы знаете, что сейчас будет, да? О, этот. А чё ты как не про танк? Взял, кинул, взял, вышел с формы, кинул инер, шаману умершему. Под прожимкой там бэрнул. Так, надо всех на этот, я решил. Сейчас
всех будет пиздить. ДК полетела. Разорс. Ник, блядь, прям про тебя, блядь. Щит бесполезный, вар 50 хп, блядь. Только в меня врывается. О, гости пошли откуда-то, ёб его идти. Джованни. Серенький мога. Тут все огромное Джованни. Тучку. Нет, на привет. Россию. Бля, как же хилом заебить. Нихуя не делаешь, кидаешь щитки. Я охуен. А, так, нам сразу залезло. Там, смотри, моб ходит. Ты побежал, ёпт. Какой? Слева. А, хуй знает. Я бегу по стене. О, заебись. Побежали, но сейчас опять на разорса потягает, ёпт. Не забывайте. О, кто-то зацепил. Кто зацепил? Ну и пусть дохнет нахуй. О, так, да. Шифтку нахуй. Ёп его идти. Шаман, вот, ну пиздец. Я побежал нахуй. Бразер сумер, я бегу. Ну, бегите, там бог. Ёп его идти, иди вон, шифтку. Здесь же, по-моему, надо в свету, да, стоять, когда этот гагарин. А этот, кого не вижите. Ты за шифтку не пойму. Да у меня же с кого не нежите, но это кого. А где пал-то, блядь? Так, пошли обратно, где я стационы, всегда ты нас ждут. Да. Ничего, что там пал воюет с этим. Давай палу поможем. Пал, а ты где? Ёп его, он... Он через текстуры притянул. Хорош. Я, короче, тут, если чё. Бля, да притяни обратно-то. Да гопли самонит, нахуй за ними ходить, бля. Так ты моба там... Давай, моба. Откуда вы их взяли, вот этих дураков? Я ж тебе говорил, это, блядь, моб бегает, нахуй. То он ходит. Да, он ходит по левой стороне, выходит на центр, блядь. Пилку притянул через... Так вы его огрели, не я же, блядь. Так ты его не забил, ёб... Там Бразерс прилетел за тебя агрить, ёб... А ты его не заагрил. Ну, призрачно этот. Это засела там с ноги. Там, смотри, там еще какие-то. Я в бою. Кулаком медведя по морде бьет. О, слышь, а я... Как ведьмак, ебать. Что вы там делаете, блядь? Слышь, а как через текстуру, да, блядь? Тут не открывается, ёб. Резайте. Бурены. Гиркин, блядь, чаш, блядь, конус холода покинуть тело. Я уже на опере, нахуй. Чё вы там делаете? Чё вы так долго? Видишь, нахуй? Я уже на втором этаже, я хуйню. Шаман, хиляй. Давайте я не еще. Хотел тебя покидать, нахуй, но... Хиляй. А, выводи со света, там дымак увеличивается его. Вы же говорите, что свет бафает. Ну да. Мобо. Там на погибели такая лужа надо. Будет, да. Так. Пацаны, ну выручите меня нахуй. Я не могу. Я могу загреть мобов нахуй еще. Ебать, что произошло? А, нихуя себе. Смотри, ты сколько. Души стояло. Да, смотри, сколько света там, ебать, лучей этих. Я ебу. Там, короче, как лучей не? 10 призвалось, и мы сдохли. Появились они по очереди. Они так. Блядь. И мне до вас не добраться, нахуй. Че за хуйня? А ты где? А я, блядь, на опере стою, меня моб сюда притянул, нахуй. Этот, ёпту, скелет. Надо тебе. Бежим туда.
Операция И, блядь, по освобождению Мидвея, блядь. Ну вон, ты будешь пробегать по стеночке, посмотри, где череп стоит. Я тут прыгаю, на. Ученица. Ну, у нас есть лог, у нас есть маг. Портанемся почти. Где он, я не вижу. Вон он, нихуя себе, а что ты там делаешь? О, у меня на престе есть чума жизни, нахуй. А чей этот? А. Да как ты такой мощный? Так он не мощный, он 4К дает. А как тебя вызволить оттуда? Так, дойти до меня, блядь. Запустить босса, блядь. А, в смысле, ты уже там за занавеску? Вот этот скелет-приватник, да, я уже там, этот скелет-приватник притянул меня вот туда за занавеску, нахуй. Приватник? Да, называется моб, скелет-приватник, нахуй. Приватник? Привратник, бля, во. Сука, тут шипя какой-то в стиле, это в угол уперся. Что ты встал тут? Джованни. Вон, я, видишь, сверху прыгаю. Тут гоблин в стену смотрит, мне страшно. Блин, вижу, сверху нас прыгает. Пошли и накажем этих мобов. А ты чё, с этого не выводил со света, что ли? Он появился мгновенно, лучей 10. Не, ну там 10 не должно быть. Сколько там? Смотри, а сколько ты загнал, ёпт. Ну сейчас 4. Джованни, диспель там слон. Давайте, я вас верю. Бля, надо создать Пандарену робу. Гром гремит, земля трясется. Это... Диспель шамана, иначе сейчас вот танк этот сляжет. Диспель. Не могу диспелить. Паладин. Не, я по Джованни. Диспель еще раз. Гимн на хп. Бонус холд. Кольцо льда. Топовые скиллы вообще на магии. Он говорит, кулаком медведя бьет. Выебли мы этого, блядь, варена. Там этот предыдущий трэш вообще с ноги бил. Сухую нахуй. Че, Пау, где сейчас? Бегает, хочет бить кого-то, блядь. Пау, на бегу бафает, пристабаф там. Да, пристабаф у тебя вон за дверью, видишь? Прыгает. У тебя морду мою не видно через дверь, о, хороший. А что он подсунул, блядь? В замочную скважину, блядь, нос засунул. На сапырку. Ну, медвежья. Прикинь. Медведь прикольно. Бля, на всей гильде, короче, делать тауренов. И что делать? Чтобы был крит. На 2%. Ну что, думают люди, что это кто-то на эту хуйню купится, блядь? Продаю механоцикл за 8к голды, блядь, срочно нужны деньги. Наебалово, да? Да, там ключик вставляют, блядь. Так там только риги. Я, блядь, свой механоцикл неделю продавал. Там только риги 12,5 голды стоят. 12,5. Ну да. Вроде. Ну это такие у вендора, и еще на 5 где-то выходит. Ну не на 5 там. Да. Слитки, кобальтовые, вот это хуйня. Лок, держи. А чё, Джованни? Или он умирает, или она это? Он не умирает, все это вдруг. Я себе. Ты что, ревностный? Медведи был или что? У Джулианы. Ревностный? Она хиляет, с косты-то сбивай. Багровый. Где супруг? ДПС-ки 50 секунд.
Сейчас это, Рамула выйдет. Роми? Роми. Где ты видел десятку от лока? Берешь, короче, воруешь с бафа, боссов, и все бафы вообще класс. Слышь, что я тебе говорю? Где ты видел десятку с этого, с лока? Че десятку? А, по трэшу он дал что-то 9980 там. На подживание давать поиск. Ну да, ты можешь, у него десятка есть. Давай. А че тут сдох сразу? Вот подживание. Вот он резал сетей. Так, их одновременно надо слить, да? Да, да, да. Бьем Роми. Играйте в Рамула. Бьем Роми. Бразер, живи. Он, наверное, агро сорвал. Бьем обоих. Ну, это неудивительно, танк дырявый. Джулю бьем. Джулю. О, чё за хуйня, оглушение, мощный притер... Блядь, тварь. Только Джулю бьём. Переключаемся в Роме. Роме о, блядь, я тот гим дал, ёб его идти. На ману. Хорош. Ещё где мой лут, блядь? Сейчас будет баба не гадит. Пока. Опа. Фиал. Что, есть лут? Лутанитишь. Чё, на кота это идёт хуйня? На силу природы навряд ли. Думаю, нет. На рогу. Чисто роговская триня. Так, этот, как он? Чё, мастерал, ты где? Чё, пошли дальше. У нас рога уходит. Да, рога уходит, мастер. Берём мастера тем фуриком, наверное. Нахуй фуриком. Паладином? Давай паладином. И ретриком. Вы говорите, у меня... Что у вас по классах в рейде? Окиньте мне пати на престо. По классам отлично. Я... Так, ну, тут престов нету как раз. Да. Пати даже кидать не будем. Я отсюда. Нормально сука, честно, мне нравится. Давай заходи на пала, ёпта. Давай на пала. Мозги не еби. Престов куча. Два предста, куда тебе ещё-то, ёпта? У тебя шестая ката, нахуй. И все они ролят на меня, этот, печь ролят. Всё, Лиз, ты с Долорантом давай ДКшкой пойду, я смотрю, там ДКшек не было, да? ДКшка есть. ДКшка есть. Алиса, ты портуешься в дал? Алиса. Алиса. Алиса, где мегафон? Багровый. Алиса. Она походу свалила уже. А куда идти, я не помню. Вот сюда налево, да? Короче, минуту ждем. Сейчас мастера возьмем. Да, вот сюда вот. Ну и башим быстрее, чё-то. Дал я жопой танкую, нахуй. Сука, замедлил. Ты куда пошел? Не туда, не туда, алло. Вот а, там погиб. А, ну да. Я иду, бро. Иду, я спасу тебя. Где вызывалка? Смотри просто. Хоп. Ебать, аж отлегло. Ну а теперь хоть МП5 будет, еп. Давай, шкафу. Да. Все, с умонем пала, мастер, с тебя. Меня слышно? Да. Это кто? Это Джованни. У нас, короче, сильная гроза, интернет вырубил. Шуман соло похилит тебя. Да че, почему? Слышь, я хил-то. Джованни ДПСит. Теперь уже. Ну я понял. Короче, кому ремонт нужен?
ставлю портал вот здесь в углу. Да зачем? Ну, куда там? Запускайте эту курицу летающую. Блин, я бы хотел починиться, я желтый весь. Да похуй. Меньше дохни на трэш. Давай, портуйся, ёп. Сейчас всё, сразу засумоним. Давайте засумоним. О, а ничего себе, там малики внизу, смотри, нихуя себе. Где? А вон, посмотрите, где кружок стоит. Вон внизу, нихуя себе, бегают. Квест какой-то делают, видать. Чё ты пиздишь-то? Монти. Пиздобор. О, Монти. Я медведь, люблю пиздеть, да? Да кого суммонишь и тут? Меня суммонишь. Ребята, как квест этот делается? Перед боссом или после босса? Какой? Ночная погибель. А, в смысле? Блин, убить ее надо? Лесушность. Или почитать этот, короче, хуйню. Шелка, урны есть, вызывайте. Вызывай, где эта хуйня? Ну. Урна, кого вызывайте? Решили, блядь. Ты что, без урны, что ли, блядь, серьезно? Мастер, вызывай, заебал. Мастер, вызывай его, эту дуру. Я могу, конечно, палом прийти, вызвать. Нет, ну. В смысле, в натуре? Ни у кого урны нет. Да ну, половина есть, по-любому. А я уже вызвал, блядь. Джелани, что там у тебя? Там вон, летит хрень. Джелани, ты зашел, не? Роман, тотем на трепета поставь. Конечно, блядь, у меня нету нахуй этой урны, ну, блядь, а квесты просто так, нахуй. Смотри, как калично налетает, ебать. Так, тотем неистовства. Да, Джелани нету. Пламени, а где тотем трепета? Тотем... Да ладно, ты чё тут? Она вроде что-то не фиряет. Алло. Фиряет. Да? Фиряет. Я уж не хотел, знаешь сколько? Шаман в пати с танком. Главное, чтобы танк не терялся. Шаман не в пати с танком. Разве? Поставил в пати с танком, кто переставил? Я переставлял, чтобы он мне ману регенил. Он вместо Джованни переставлю, ДПС. Да вы запарили в луже стоять, мои щитки сбиваются. Джован, чё там, зайдёшь, не? Бля, это минус 10 кдп. Он не фиряет, говоришь, да? Я вас маз диспелом фигачу, чё вы? Чё очкуем-то? Он работает не сразу, работает там спустя. Что? В ДЦ? Спустя да. Полсекунды. Ну смех вообще, 2000 огнем. Чё это? Буду стоять в луже. Ну чё, в танка. Бьём. Лутать не забываем, голда. Кто не лутает? О, рейндж набираем. Думаю, чё, Рэдли так ебашит, блядь, а он, сука, конченый. Ой. О, Макс сдох, ГП. Хоть Берна. Во, красавчик. О, Войт ГП, а не Берн. На, ДПС. Дим на ману пропел. О, давай мне ПС-ку, ёптую мать. Ну иди в фон. Ты зачем? Для Бурина. Так, бафы тебе надо дать, да? Вон тебе даже этот, видишь, что там поставили. Все, да, и крест, тебя, пожалуйста, нафиг. О, нате вам. А, ебаный рот. Ну еб его мать. Так а вот нахрена стоите под боссом? Вот нахрена, вот это. Нажал глыбу, отжал, чтобы убежать, и мне полоснуло, блядь. Полошанли на рейндж. Выше. Бил зеленый такой, ну. Ну нормально. Лимон бегал. Да. И стой вдалеке где-то. Чтоб пукался спасти успеть. Ты ж не танкуешь, Лимон. Ну чё за фигня? Ты говорю, фир под морду загнал меня. Я тебе смаз диспейл не надо гнать. Я нажал глыбу. Так, а зачем ты вышел с глыбы? Потому что она мне на одной кнопке макрос. Надо было рассчитывать. Первая взлётка на 75, вторая на 50, блядь, а третья, значит, на 35, да? Или 25. Танка.
А уешь им. Желание, ты тут зайдешь, нет? Все, оранжу набираем. Ты сейчас нахуй зауешь тут. Надо стоять далеко, блядь. На, по локу тогда пофать. Пах. Пиздец, погибли с одного удара мой щиток. Это у тебя щиток 2000 абсорбит? Чё? Сколько? Ну вообще не абсорбит. А, 8000. Чё ты гонишь? 10 он абсорбит? Да хер его знает. Я не знаю, сколько он, типа, сколько по тебе бьет босс? Так, 2, сейчас посчитаем. 4. Так, ну походу 8000. Ну у меня аж этот еще выходит, обычный этот, от Брока. Там хуй пойми, короче. В танка, в танка. А что, у нас еще друид есть, пускай гирки нарезает. Или кого-то. А я боюсь. Погибель это, блядь, моя погибель. Интересно, а эти чуваки видят дракона сверху? Чё? Где? Когда? Вот, который под кражом. Не видит, как эта хрень летает? Нет. А чем в Гере тактика сложна на неё? Всем. Ну я тебе... Всем, да. Ты убивал Войд, да? Нет. А я, да. Ты говоришь ко всем. Я предположил и угадал. Памятки в твоей голове. Но если бы ты спросил, чем она сложна, он бы тогда не сказал. Угу. Не, ну я сказал всем. Чем именно? Ну она не стоится, не танчится на месте, она вот танчится. Водится. Могу, да, она водится. Блять, ну вот. Там лужи, видать, какие-то опасные. Нет. Ну, во-первых, лужа, во-вторых, потому что у нее есть сожжение за... То есть до взлетки она делает 3 сожжения. Каждое сожжение увеличивает по тебе дамаг. Короче, я ж тебе говорю, что по микстурычу под зеленкой въебашивало по 200к. Бывало, что шотало. Ну, там наверняка как-то этого избегать можно, да? Конечно, сопро там... ну я тебе в эту тактику-то расскажу, чё. Ну, бьется легко, там контроль важен. Там она кидает переохлаждение баф, с которым надо забегать в лужу, иначе ты не хилишься, не... О, кстати, щиток пиздатый. Выглядит заебись. Ну шо, Гиркин, вставай, беги сам. Чё, резненький? Бро, резненький сейчас. Бля, Джованни не зайдет. Бля. Живи. Кто у нас еще есть? Алло, ты может выйдешь с лужи-то? Кто у нас еще? Да резко, у меня мастер охуенный. Куда идти, резко? Куда идти? Направо сразу. Направо сразу. Наверх, да? Да. Вот, я пошел. Войд, не будь бурским, ёп. Я тут уже был, не очкуй. Там еще моб сзади. Почему он на меня садился? Да потому что ты не по стенке бежал. Ты слайдненький просто. Я прав. Че, вместо Джованни будем кого-нибудь выбирать? Сейчас смотрим. Смотри, я жопой размахиваю, понял, да? Ты этот, а кого-нибудь, Витя, скажи. Может кто пойдет. Блять, а у него череп хэмлский у Ретрика, ёб твою мать. Ооо,
так, 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 ты далеко не уходи. Пошел ты. Опри, что-то падало нормально? Можешь идти. Да. Что? Тринька. Сука. Пони нахуй. Да там три тринька говно. Да какая речь, кто ты? Я такой, тут нахуй нихуя не надо, ты чё? Да не, я думаю, это, блядь, упало с Румулом нахуй. Со смотрителем. Короче, вот, следующий босс какая-то хуйня с молнией. Блин, как инжи не хватает, а? Тапки включать эти сраные. Да, не говорите. Ща, скорее бы лояло. Так не хватает на палинах. 50 пауков или что? Да. Ты не убил? Так я фарм два раза убивал, потому что ДПС у них патроны. На Синдруна. Сейчас я потерял там шоты, это возможно всех на. Ну, шуман ману что ли? А, это. На гимна ману. Опа, мне еще инер закинул. Угу. Ну ебаный стыд. Кто там дамажит? Ну, шуман, не прыгай. Будет выйдет ему бы. Маленький сам. Хорош друида ману сосать. О, лок, живи. А я мог и второй раз кубу собирать на этой неделе. Отлично. Я престом пойду. А то как обычно, да, с анролом небось будет собирать нас. Ты из анролов. Можем сегодня убей собрать как раз. Просто вон, у вас есть уже два персонажа, которых можно пойти, у меня тоже. Вот сегодня втроем соберем. А медведя шо, блядь, забыл? Ну... Ну у меня есть больше, чем два персонажа. Ну вчетвером. Ох, у меня одного шутка. Не, я не дам пароли тех, от кого не мои персонажи. Да видишь, у пристата ёпта нет еще профа. И четвертой категории нахуй. Ему на охоту сделать квест. А блять, так как я сейчас в каре нахуй, я квеста не сделаю, ёпта. Хотя, на погибель только не сделаю. Ну, с РТ, да? Перед 18. Через полчаса. А чё за хуйня? Почему так быстро? Почему так время пролетело? Что мы так долго тут? Нихуя себе. Чё делать будем? Надо РТ идти вести. Сколько мы здесь? 45 минут? 50 минут. Ну, так. Значит, пойдем РТ, после РТ, после РСки будет до проножки. Да, ну нет. Смотрителя убьем. Смотри, сколько у нас людей. Airpower. Да, 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 да. У нас этот кугов дохуя будет воебонов. Блок, шаман, полрейд. Ну,
чата. Надо это проходить. Ну, что там, поделать? Блядь, виклик приходится на 2 часа, ёпта. Ну вот чуть как раз. Позже. Может, виклик пойдут с нами. Я могу выклик, конечно, во второе окно собрать, но это такое, бля. А что-то время... Короче, Войт, это ты побил, блядь, на карму. Собирай, собирай. Кто её собирал, будет 35 минут. И чё? А что-то время как-то пролетело незаметно. Я прям... Было вроде 2.5 часа. Трусов не надеваю. Объясните Ракану. Было 2.5 часа. Тут хуяк. Так ты долго искал видео этого, видика нахуй. Да я вообще кого-то на 5 минут посидел. Я да, думал, ну, что конечно, я могу надо доносить. Напало нахуй, чтобы ДПС нахуй, но это такое, блин. О, смотри, смотрите, красота. Бежим. Ну, смотрел, смотрите. О, шаман, лёг, пизда нам. Пизда, диван кидай. Ну, встанет. Диван, да, да, ну, согрел трэш последний, нахуя вы это делаете? Я, Гим на хп. Чё, не знаешь, как добейте, блядь. Так времени нет, блядь. Чё, устраиваешь хуйню, блядь? Дурак, что ли? Куда вы побежаете? Блядь, шаман, на ПС-ку, короче, захиливай всех. Пизду. Давай, Герман. Да, давай Геру сразу. Ну нам выйти надо. Да, не надо выйти, все нормально, бьем. Наверное. Мастер, готовь место? А ты где? Мастер вреет, блядь. Сука, лока СС есть? Делай СС на меня. Я уже на себя дал, мне есть. Бля, так у тебя есть масс-рез? Есть. О, все, отлично. Заебись. Я загрел, я не думал, что он поет. Какого хуя он полез? Он был, блядь, в конце, нахуй. Да, нахуй агрить, блядь. Мы же бьем трэш, ебаный трэш. Я мелкого нахуй агрил. Блядь, вам на РТ идти, вы, блядь, кем-нибудь. Ну, этот. Ой, сука, еще до последнего дерется, блядь. Ёб его идти. Давай, масрез. Ой, блядь, как-то незаметно, да, прошло? Целый час прошел, ебать. Я думал 2.5 часа еще до 18.30, как-то оказалось, что нихуя себе 18 часов уже. Ну было хреснуло. Весело. Ну на вам рыбу нахуй за это, блядь. Давай, 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 давай. Фас снос за 15 минут нахуй. Ну, лимон! Да. А чё у нас все пуги в диси, да, сейчас? Кроме Air Power. А, ну хорошо. Ну смотрите, короче, вот кто сейчас это самое... Сейчас посмотрим на часы, давай подумаем. Так, 18.30, виклик. 20... Сколько? 20.30, РСК. РСК там около часа. В 21.30, к 10, короче, подходим. К 10. Там РСК будет убита уже точно, час-полтора точно. Там отдохнем 10 минут. И вот эту с хуйню смотрителя добьем. Ну, там будет делов минут на 40-50. Я вот. Тут, там писать, есть место. Писать мне вот это вот Void, на котором кружок мне писать. Там лимон будет. Все вот Шаман, эти... давай, я в тебя верю, ты мне понравился. Ты из какой там гильдии? А, Immortal. Сейчас смотрите. Короче, я делаю скрин рейда. Скрин рейда делаю. Пацаны. Airpal, DK, Airsham, блок. Вы будете через 2 часа онлайн? Мы придем на смотрителей и все убьем. Бля, вы, конечно, пиздец, вообще молочники, я вообще, блядь. Да я да, сам бахую, блядь. Это все к Войду, это он виноват. Я не виноват. Произошел провал в памяти какой-то. Ну, реально, казалось, 2.5 часа, я только что смотрел на часы. И сейчас смотрю, нихуя себе. 10.20 у меня. Плюс 4 от серва. Хер тебя, я ее заберу. Хо-хо-хо. Пошел, нахер. Короче, Эршам, все, кого добрали, 5 человек, вы придете? Я лох буду, бля, потому что я повесил ТС, так... Лох будет, отлично. Ладно. Так, скрин я сделал,
Значит, я напишу шаману, я напишу ДК, я напишу паладину, я напишу друида. Друид, ты слышишь? На тебе компенсацию. Я таких, блядь, могу купить 110 штук. Во, купи мне 110 штук таких. А ты мне, блядь, анроллом отдай голову. А кого там ролл? А чё там, чё на книжек, с кем? Да зачем ты агришь-то, блядь? Чё? Может, смотрителя убьем? У нас еще 10 минут. Ну, погнали. Давайте убьем смотрителя. Давайте смотрителя так убьем. Так мы его сейчас будем убивать. Так у нас еще 10 минут, и все. А сейчас агры трэш, погодите. Угу. Давайте так убиваем надо было смотрителя. Я предлагаю у вас... Мы сейчас в рейде с ГМ гильдии, что ли? Да. Рейдером? А что? Ну не, а просто... с двумя рейд-лидерами из ГМО гильдии, блядь. С четырьмя рейд-лидерами. Да-да-да, с четырьмя. Просто четыре РВ. А что ты хотел спросить? Да я просто думал, чтобы кто-нибудь у вас там какой-нибудь офицер собрал, чтобы вы зашли и уже, блядь, статик готов. Так, а он собирается на виклик, блядь, моментом, я тебе честно скажу. Там уже 40 человек сидит. Да. Давай, Войд, пуляй. Ты только не сдохни. Давай, сразу, на кого? Блядь, там? На поездку. Давай, поездку, да. Каждый кровь, это... Не забываем, огонек убивать сразу. Там есть Гера? Давай Геру. Да. Ну, да. Паладин, дай посетить двойное спасение. А, его в Диссе нет. А чё, сферу, блядь, никто не бьёт? Чё, я бью. Видите огни астральные? Милики, вас трое. Двое. Нет, трое все, отдыхающие. Он забагался. Все, разбаг. Это Серега. Что у нас после смотрителя? Один токен, это Молчазара, дракон и этот, как его, Венец Пламени, да? И копыта. А, копыта, да. Четыре босса, да? У нас сейчас Сават едет, алло. Ну так хилим. Типухи кастующий стал, блин. Я а шаман вылез. Вылетел, да. Туда хилим. Да. Печать света. Хилите мелизон. ЦЦ потеет. Что за пылающая дуга? Так да здесь делают сразу. Да. Пылающая нуга. Нет, мам, я на такие лут. Не успел. Сука, не догнал я эту хуйню, блядь. Вонь, жрец, друид. Ну а зачем лут? Мы же не без нрава ходим. Ну чё, мы это самое... Эро, и собираемся через 2 часа, да? Женой мерец. Через 3. Причём через 3, 2 часа. Ну 2 часа выклик, и час РС. 3. Да, полчаса вот здесь. 21.30. Короче, я делаю себе скрин, Каспин, Мертила, Бразерс, Катус, Карапуз, Картео. А, я вам всем напишу, как только мы убьем Ареску. С магой или Void, с паладином. Ты Void Beast, да? Да, я Void. Астерал, хрен тебе не чешка. Мы пойдем, короче, добивать Кару. Я скрин себе сделал, всем напишу. Так, воин, жрец, друид, ты чё палом ролил?
Хрен тебе, блядь, а не фешка, да? Это баг, оказывается. Это... Она у Вайда просто была. Да, но у меня это что-то какая-то хуйня. Да, ага, я так и понял, блядь. Так, ладно, чё, да я прям тут оф начну. Ладно, я ушёл, соберёте, я приду на РСК. Ай, блядь! Сейчас зайду. Этот, срез-то никто не сделал, сейчас сделаю. О, меня что срежет нахуй, сами низ не делает. Какая способность? Когда способность разорвать наносит урон, вы получаете 6 единиц энергии. А, нет, это не то. Способность размах. Медведь, сиренный эффект растерзать. Эффект растерзать наносит 5% больше урона, повышает радиоспособность растерзать. На 3 метра. То есть после каждого размаха растерзать на всех мобов есть, если так понял. Ну все, пиздец. Масса гро, короче, жестко. Ну я себе тоже буду Т4 собирать, нахуй. А я бислист составил уже, ну там, покапал все. Все, погнали. Так, что там? 4 минуты курим и начну собирать. Да, чё, давай. Блять.